Ребята, мы это сделали. Мы дошли до сюда. Это круто. Просто не описать словами. Друзья мои, пойдемте, я вас буду водить 40 лет по этой пустыне. Если коротко, то это вылазка вдоль реки через Оленей остров. Но мужики тоже рассуждали, что здесь типа бобры погрызут. Может и бобры, может бобры догрызали. Но по факту это были кости из бывшей соцреспублики. С пилами. Ну-ка, сними бульк. Если я сам, конечно, не улечу. Да не улетишь. Он сам не хочет, что ли? Интересно, за сколько ее размоет? Че, хочешь проверить? Нет, смотри, просто уже ее начал размывать. Ну ладно. Где? А, вон, вылаз. Бобровский, видишь? Слушай, ну ладно, а где у них хата тогда? Прямо в земле, наверное, да? Наверное. Как это, помню, в каком видео, будь здоров, мужик сидел в этой, в бобровской хате под землей. Прикинь, ты вы так идете, и голос такой из-под земли там что-то рассказывает. Можно было, наверное, инфаркт словить особо впечатлительным зрителям. Вот так будет выглядеть планета, когда на ней закончится вода. И такие люди будут идти. Пить! У нас есть золото! Я отдам телефон! А мы им такие будем гореть. Ха! Пить! Кому сейчас нужен твой телефон? Вода на вес золота. А телефон у тебя есть? Подходим к месту перехода через реку. Осталось прям чуть-чуть. Вон уже за той горой. Но я смотрю, там песок привезли. Возможно, они уже трубы подняли и засыпали снова. Может, нам сейчас и не придется лезть через это, через бревна, поваленные через реку. Трубочку починили, по бревнам идти не придется. И надо что-то посмотреть, что этот экскаватор там копает. А я специально посох взял, который я на прошлой вылазке делал. Типа идти же по этим. Ну а вот это настоящий родник. Ближайший родник от Веретьева где-то вот в этом болоте. А вот и ответ на мой вопрос. Вот он откуда накопал того песка. Старая труба, все, да. Ну, видишь, они как разрыли. На один год их хватило. Ну, потому что они творчески к этому делу просто не подошли. Творчески, это бетон заливать.
петь делать, чтобы не замывало. Да это понятно. Ну, слушай, ну вообще, конечно, угарно тут. Ну тогда мы как раз вон те бревна там лежат, по ним лезли. Ну ладно, сейчас разберемся. Блять, чуть не запнулся. Я даже не знаю, что по этому вопросу прокомментировать. Вот так обычная река после таяния снега разорвала трубу. Эта труба была вон в том месте. Угарно. Две трубы, сало одна. Ну да. В том году тоже сам будет, ничего не сделать. Ну это как бы уже их проблема, не наша. А зачем им тоже делать с одного раза? Сам подумай, они потом без работы останутся. А тут у них все четко. Опа. Так. Ну да, вот. Отсюда бы мы пришли, как раньше. И пошли сюда. Ну все правильно, вот он и разрыл здесь яму. Потому что дорога была ровно. И как раз все это размытие произошло вот здесь. Ну да. Не хочет, да потому что кусок слишком большой. А, он с камнями весь. Да, он с кирпичами от церкви. Ну, кирпичики упали. Ну, ребенок играет, что тут сказать. Так, где здесь-то? Здесь, что ли, спускаться-то? Опа. Навоз. Думаешь, это навоз? Это навоз, то что ил сырой. Ил сырой. А теперь мой. Нормально. Ну ладно. Давай и пойдем. Увидим, разорвет ли эту трубу в следующем году.